Негры стали главными героями необычной художественной выставки в Алматы. На всех картинах Абдукарима Айсы изображен полосатый хищник. Его на своих полотнах мастер пишет уже 25 лет и говорит, это имеет для него большое значение. Это сильное животное, символ. Он охраняет человека, бережет его, укрепляет его дух. Человек, как и тигр, становится сильным. Вот мне 70 лет исполнилось, я должен болеть, а не болею, потому что тигр всегда охраняет меня. Я получаю от своих картин большую энергию. Свой юбилей алматинский художник отметил масштабной выставкой. Сегодня в городе открылась его персональная экспозиция «Тигровая каллиграфия. Этапы творчества». Здесь Абдукарим Иса представил 60 произведений разных лет. Автор признается, чтобы разглядеть тигров в его картинах, нужно постараться. Окрас, рык, клыки, разрез хищных глаз – каждая деталь глубоко запрятана. Абдукарим Иса всегда руководствуется только одним правилом живописи. В настоящем искусстве правил нет. Животных он изображает в самых неожиданных образах и формах. При этом художник использует только акриловые краски. Увидеть необычные работы можно до конца марта в Государственном музее искусства имени Абылхана Костеева.